начать укладку мозаики, которую мы хотим уложить на тумбочку, которую заранее заготовили. А так как мы мозаику все-таки почистили, теперь нам нужно ее выстроить, выложить так, как хотим ее приклеить. То есть с одинаковыми зазорами и перекрестиями, чтобы мозаика уже лежала красиво и аккуратно. Итак, вот что мы имеем после того, как разложили по периметру плитки. Видим, что здесь вот у нас плитка идет, зазор между плиткой 2 мм, а вот здесь уже плитка стоит торцом, и здесь у нас зазор 3 мм. Почему это все произошло? Потому что когда мы мерили дверь, вот эта выкатная дверца тумбочки, когда мы ее замеряли, замеряли мы по мозаике, которая была у нас изначально. То есть вот эти листы мозаики, которые были, мы мерили по ним. И получается, из-за того, что где-то у нас зазор был миллиметр, где-то два, где-то чуть больше. И получилось так, что вот размер мозаики, размер дверцы у нас немножко изменился. И вот пришлось вот таким вот образом сыграть, потому что все это мы будем выкладывать поштучно. Пришлось сыграть и изменить немножко размер и зазор между плиткой. Вот так вот усложнилась немножко работа, которая с виду была настолько простая. Вот стоят меточки, по которым нам нужно будет прочертить полосы с этой стороны. Ну, сделать, короче, здесь такую в виде шахматной доски, в которую будут укладываться уже вот эти вот плиточки. Ну что ж, вот так вот разлиновал я всю поверхность, куда буду сейчас приклеивать мозаику. И начинаю, вот поставил крестик, чтобы не запутаться, буду начинать с этого угла. И вот так вот постепенно вклеивать в каждый кубик одну мозаику. В общем, клеить я буду вот на такой титан-монтажный клей. В принципе, можно использовать любое средство, там, хоть герметик, акриловый, либо силиконовый, либо любой другой монтажный клей. Предпочтений особых нету, лишь бы склеила нашу мозаику и поверхность, к которой мы хотим ее приклеить. Так, особых предпочтений здесь нет. Сами уж смотрите, выбирайте, что у вас под рукой, потому что часто остается таких вот тюбиков полно, и их просто некуда девать, и они высыхают, и уже выбрасываешь. Поэтому, чтобы не выбросить ничего, используйте любое средство, которое у вас. В общем, как мы это будем делать? Сначала я думал намазывать на мозаику, и уже после этого приклеивать на стол. Но потом понял, что это будет долго, и решил делать вот так. Продолжаем
делать тумбочку. После завершения укладки мозаики на дверцу перешли на саму тумбочку. Также мы все это расчертили, куда будем укладывать плиточки. И теперь переходим к самой укладке. В каждой клеточке своя плиточка. Но единственное, что вот по периметру мы будем укладывать уже черную мозаику по периметру в две плитки. Там еще чуть-чуть сверху будет белая. Вот. Но это так, чтобы подчеркнуть форму тумбочки, чтобы она как-то у нас выделялась из самой углы. Так вот выглядит окончательный вид обклеенной мозаикой тумбочка. Остался еще один этап. Затрем эту мозаику и получим уже окончательный результат той тумбочки, которую хотелось бы получить. Уже без затирки все выглядит эффектно и красиво. Ну, я думаю, окончательный вариант будет просто шик, блеск и красота. Решил померить раковину, поставить, посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, я думаю, выглядит вполне даже ничего. Сочетание черного и белого. Красиво, что можно еще сказать. Ладно. Последний этап – это затирка. Ну, и каким же цветом, интересно, будем затирать? Естественно, белым. Вот такой вот затиркой Церезит, фирмы Церезит, белого цвета. Процесс этот, не скажу вам, что очень интересен, но все равно бывают такие ситуации, когда просто приятно и интересно смотреть, как работают другие люди. Вот так вот. Ну, лично я, конечно, не люблю смотреть. В основном я это делаю сам. Тумбочки под раковину. Закрепили ее на стене. В стиле этой ванной получилась эта тумбочка. А дверь пока здесь лежит. Тоже отдыхает. Ну что ж, ребята, вот и все. Вот подошел к концу процесс монтажа раковины. Раковины с тумбой. Все теперь у нас установлено, все у нас теперь работает. Вода идет, сифон подключен, все, полка открывается, все замечательно, все шикарно. Мне этот вариант, то, что вот я сам сделал, я просто балдею от него. Ну, надеюсь, вы тоже как-нибудь оцените то, что я тут сотворил, то, что я тут сделал. Ну вот к чему приводит безысходность того, что у нас в магазинах нельзя найти желаемое, то, что хотелось бы иметь. То есть тот вариант, который бы понравился душе и глазу. Так вот, пришлось такой вариант сделать самому. Ну, на этом я заканчиваю. Всем большое спасибо. До новых встреч на канале Перестройка. С вами был, как всегда, Ленар. Увидимся снова. Пока-пока.